Последние звонки сегодня услышали свердловские старшеклассники. Без 5 минут выпускницы вышли на улицы в прозрачных кружевных школьных фартуках. Причем обсуждали не только предстоящие экзамены, но и скандальный наряд украинской выпускницы. Эти кадры обошли весь интернет. Ну а последний звонок. Анастасия Фоменко из Павлодара пришла в прозрачном кружевном платье. Своим видом девушка шокировала не только окружающих, но и пользователей всемирной паутины. Нынешние выпускницы и их родители платье украинки от оценили, но согласились с тем, что оно для школы не подходит. Я думаю, это недопустимо, ведь это праздник не только учениц и учителей, и дети маленькие ходят. То есть она ведет себя вообще неприлично. Это не похоже на выпускницу. Слишком вызывающе, откровенно. Это противоречит всем общественным нормам. Последний звонок сегодня прозвенел для 60 тысяч уральских школьников. Это выпускники 9 и 11 классов. По традиции, после школьных линеек выпускники отправляются на прогулку по городу. В Екатеринбурге в этот день усилены наряды полиции. Порядок охраняют более 3 500 полицейских. Как только закончатся последние звонки, у выпускников начнутся экзамены. Уже 31 мая 11-классники пишут ЕГЭ по русскому языку, а 7 июня – по математике. Вот мы сегодня стояли на последнем звонке, вот у Юли у меня прослезились прямо вообще, потому что ну, не хочется из школы уходить.